На конкурс дети читают стихи. Сметюх Екатерина, город Новосибирск, 17 лет. Борис Слуцкий. Лошади в океане. Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава. Это вам запомнится легко. Шел корабль, своим названием гордый, океан стараясь превозмочь. В трюме, добрыми мотая мордами, тысяча лошадей топталась день и ночь. Тысяча лошадей, подков 4000, счастья все же они не принесли. Мина кораблю пробила днище, далеко-далеко от земли. Люди сели в лодки, в шлюпки влезли, лошади поплыли просто так. Что ж им было делать, бедным, если нету мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров, в море в синем остров плыл гнедой. И сперва казалось, плавать просто, океан казался им рекой. Но не видно у реки той края. На исходе лошадиных сил вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали. Все на дно, покуда не пошли. Вот и все, а все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли.